В Баку стартовала конференция КОП-29. Ряд мировых лидеров отказались присутствовать на мероприятии. Окончательного решения об участии в конференции КОП-29 пока нет, заявил Ван Костанян. Экоактивистка Грета Тунберг организует акцию протеста против КОП-29 в Баку. Спикер парламента Грузии отказался встретиться с депутатами Европарламента. Сообщение Washington Post о телефонном разговоре Путина и Трампа является дезинформацией, заявил Песков. Шольц намерен поговорить с Путиным после согласования с коллегами. Канцлер Германии обсудил с Трампом сотрудничество Германии и США. Беларусь официально стала партнером БРИКС. В Эр-Рияде прошла совместная внеочередная сессия Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств.